Еще раз всем здравствуйте, уважаемые любители хоккея. И добро пожаловать на матч Олимбет молодежной хоккейной лиги, который проходит в городе Герой Тула. Академия Михайлова против Ярославского Лока. Ответный матч, который, ну, обещает быть очень интересным. Там дальше такая борьба досталась Семену Федорову. Ну и здесь игроки Ярославской команды здорово разыгрывают. Мануилов бросает в ближний угол, а здесь добивание. И Лока открывает счет спустя, ну, почти 2 минуты с начала матча. И делает это Кирилл Емельянов. У Сабитова шайба с крюка сошла, но так получился пас на Рябышева. Дальше Ермаков на Булатова. Булатов здесь ставит корпус. Хорошая передача на пятак. И Яромир Ермаков сравнивает счет. Отличная комбинация здесь получилась у игроков первого сочетания. У меня так и не получилось. Лок начинает свою атаку. Луцев там по тому же сценарию, что и Осипов. Но вот здесь отскочила к нему шайба. И вот так из-за ворот вылез Луцев. И отправил шайбу, я так понимаю, между ног Канарскому. И счет становится 2-1. Вот так неожиданно. Булатов неплохо разыграли. Здесь шайба отскакивает к Ермакову, но переправить ее ворота не получается. Булатов дальний угол бросает, и это 2-2. Реализует численное преимущество Данила Булатов. Да, вот так сначала Ермаков с передачи Булатова, а теперь Булатов с передачи Ермакова. Ну а здесь Шуленин, и нет, здесь не будет еще одного удаления, а шайба оказывается в воротах. Сабитову вообще уже очень долгая смена. Так же, как и для Рябышева. А здесь Луцев вот, сравнивает счет. Возможно, этот тайм-аут был еще для того, чтобы отдохнуть от бригады большинства. Может, подустали, а здесь шайба неожиданно оказывается в воротах. А здесь Колыхалов, ну, да, вот пока я слышал объявление диктора, сравнивает счет, оформляя дубль. Кирилл вот так с броском с пятака.
Нападение сейчас будет у Ярославского Лока. Убежал Канарский. Обратная ситуация сейчас. Тяжеловато придется Лока. Появляется Ермаков. Бросок. И это гол. 5-4. Забивает Яромир на отложенном штрафе. За 2 минуты до конца третьего периода. Работал комментатор Станислав Молокин. Любите хоккей. До новых встреч и всем пока-пока.